Всем привет! Рады вас видеть на канале iKeyBuy. Сегодня к нам приехал владелец Kia Ceed 2010 года с проблемой ключа зажигания. У данного ключа очень сильно продавились кнопки. Где-то приходится пользоваться посторонним предметом, чтобы нажать кнопку. Так быть не должно. Поэтому сегодня у данного ключика мы будем менять корпус и затачивать лезвие. Ну и вот что у нас вышло. Вот такой целенький, хороший рабочий ключ с острым лезвием. Если у вас что-то случилось, нужно починить ваш ключ зажигания или изготовить дубликат, то обращайтесь к нам, и мы с удовольствием вам поможем.